Традиционно это блюдо заправляют лимонным соком, но мы отступим от этого правила. Рецепт приготовления греческого салата с винным уксусом не для тех, кто боится экспериментов. В Греции, как известно, есть все, поэтому не стоит удивляться тому, что в этой стране греческий салат заправляют не только соком лимона, но и винным уксусом. Правда, этот вариант не такой распространенный, но все-таки вполне в духе местной кулинарной традиции. Для рецепта приготовления салата греческого с винным уксусом можно использовать как белую, так и красную разновидность этого продукта. Главное, чтобы уксус был натуральный. Винный уксус придаст салату особый, сложный и мягкий аромат, легкую кислинку и неповторимое очарование. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Огурцы вымыть, обсушить и крупно нарезать, сначала вдоль, а потом поперек, на полумесяце. Помидоры, дольками или кусочками. Перец, квадратиками, хотя это не принципиально, можно и полосками нашинковать. Лук почистить и нарезать кольцами либо полукольцами. Кстати, для этого салата лучше всего подходит шалот либо красный репчатый лук, он намного слаще. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Маслины избавить от косточек, для этого каждую просто раздавить плоской стороной ножа, резать не нужно. Фету нарезать кубиками. Зелень вымыть, обсушить и мелко нашинковать. Винный уксус смешать с маслом, солью, перцем и орегано. Все ингредиенты сложить в салатник, полить заправкой и перемешать. Теперь вы знаете, как приготовить салат греческий с винным уксусом. Ставим лайк и подписываемся. Такие продукты будут нужны. Фета – 250 грамм. Помидоры – 5-6 штук. Огурцы – 2-3 штук. Перец сладкий – 1-2 штук. Лук репчатый – 1 штука. Маслины – 20-25 штук. Масло оливковое – 5-6 столовые ложек. Уксус винный – 1,5 столовые ложки. Зелень свежая – по вкусу. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Орегано сушеный – по вкусу. Количество порций 3. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания.